Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и кто был у нас на воскресном стриме по Jurassic World The Game, тот знает, что у меня есть два уникальных гибрида готовых к прокачке. И, в общем-то, у нас есть два, вот это у нас какой-то типа а-ля аласинозавр, и вот супер-пупер уникальный гибрид 100% с кровотечением на базе дарвиноптера, и там, ну, естественно, какой-то гибрид. Ну, наверное, сейчас мы создадим вот этого гибрида, потому что нам там предстоит, елки-палки, три очень серьезных боя. Вот даже вот не знаю. На самом-то деле, может стоит и птерозаврика какого-то качнуть. Смотрите, здесь как раз те динозавры, которые не имеют очищения. И как бы, наверное, вот им... Ах, теряюсь, кого, короче, прокачать. Ладно, кровотечением с ними бороться не будем. Они не шибко там какие-то имеют суперудары. Давайте, наверное, сразимся как бы хищник на хищника. Столкнем грубую силу, да. Будем сегодня создавать вот этого существа. Ну и мне его самому хочется создать, конечно, наверное, в первую очередь. Это тарадолозавр, ребята. Вот такая вот у нас тварь. И нажимаем создать. Он уникальный, должен быть 21 уровня. Вот такой вот. Ух ты, прикольный. Какой он активный. Блин, ну жаль, что не помещается на весь экран, блин, ё-мо. Вот такой. Ну, красивый. Красивый, конечно, парень. И анимация шикарная у него. То есть, знаете, ну, вот как бы на моей памяти он лучший. Он лучший. У него три пальчика. Три пальчика. Ну, это у нас на основе чего? Аллозавра там он получается. Я, кстати, могу его еще даже проэволюционировать. А, даже несколько раз, наверное. А ну-ка, сейчас посмотрим, насколько хватит. Да, несколько раз. Ладно, тогда мы сейчас что делаем? Смотрим на его удары, качнем его чуть попозже. Так, этот изумрудный супергибрид обладает силой, с которой стоит считаться. Среди всех тиранозавридов, как? У него три пальца. Именно у тарадолозавра самые длинные и функциональные верхние конечности с мощными когтями, которыми он крепко держит свою добычу. Ну, просто прям как индоминус. Ну, индоминус на лапы явно мощнее. Явно мощнее. Ну, допустим, да, у него там не только тиранозавр, а еще и аллозавр или кто там у него в крови. Ну, сейчас я не вижу, с кем он скрещен, то есть какие там гибриды входят в его состав. Это мы скоро с вами узнаем. Так, ну у меня еще есть денежки качнуть его один, может быть, даже два раза. 70 там и 90 или 100 тысяч будет его прокачка. Тогда давайте мы сейчас заглянем в эту башню. Это будет у нас такая разминочная башня, а потом будет вот та. Блин, забыл поставить его в команду. Сначала же нужно в команду его поставить. Так, и заменим мы его. Давайте Туара Малоха возьмем, выкинем пока что. Let the battle begin. В атаку. Но он справится один здесь. Я практически уверен. Блин, я не посмотрел, какие у него удары. Блин, какая у него скорость вообще. Ладно, будем проверять это все в бою, так сказать. Yeah, baby. В атаку. Так, давайте вот тут посмотрим. Тут удобно смотреть. Сквозь щиты полтора удара, сквозь щиты два удара и опережающий паралич. Это круто. Ну, в общем-то, он как какой-то гаргозавр, типа того, да. А по броне? Брони нет, шанс крита большой. 40% это больше не бывает, я так понимаю. Ну, показатели жизни удара ничего особенного, скорость слабая. Но он как бы, да, вот. Всяким там тиранозавром вот туда в сторону относится. Гаргозавры и тому подобные вещи. Ух ты, гад, выжил. Выжил. Низкая скорость, конечно, печалит.
практически пробил, блин, а. Тикадон. Ну, он как парень какой, да? Против травоядных очень хорош, то есть он... И против птерозавров, то есть он будет пробивать защиту, он выдержит один удар, второй удар с параличом, ну и вот такого плана, короче. То есть он, наверное, не шибко будет стойкий, его удар, наверное, нельзя скомбинировать как-то в серию больше, чем из двух. То есть бьешь полтора урона, получаешь урон, бьешь параличом. Как-то так. Так, и вот у нас... Это Алыч, да, у нас, по-моему, Алозаврик такой. Димитродон мод 2. И Гаргозавр. Так, в общем-то, раз с этим мы разобрались, время идти в эпическую зарубу. Здесь будет все довольно-таки не кисло. Так, 19-е, 20-е. Ну, давайте вот так пойдем. Ну, хочется взять, может, тираннозавра взять надо было бы какого-то. Кстати, мне же даже прокачан, наверное, есть какой-то гаргозавр или тарбозавр на высокий уровень. Так, ну, самый быстрый у нас, конечно, 108. 108, ну, он самый быстрый. Против тираннозавра, о, да-да. А у Терекса с счетом 102. Да, печалька. Ну, Рекса он порвет без проблем. О, еще и кританул. Я даже не буду использовать опережающий удар. Так, здесь без проблем. Так, вот с этим подлецом что мы сделаем? Ну, он нас не пробьет за один удар. Ну, то есть он криты должен выдавать практически через раз. Так, давайте подменимся. Тардалозавр его часто, если он в команде сильнейших, у топ игроков присутствует, как бы. Но я что-то особо пока что не понимаю, чем он так крут, кроме внешнего вида. Вот это, я понимаю, контратака в косарь. Да, была бы такая еще у... У Трики было бы вообще. Так. Гарга. Скорость очень слабая, 102. Добьем. Добьем его. Может и не добьем. Ну, это сделает, значит, наш сегодняшний герой. Давайте сейчас он его пробьет. Я подменюсь на нашего недобитого героя. У него скорость побольше. Та-дам! Так, у, не зависло. Нормально, листочки, летите, летите, листочки. Сейчас нужно качнуть нашего тарадалозавра. Насколько денег хватит. Давай, ну что за тупняки? Так, вот наш тарадалозавр. Так, 70 было, стало 80. О-хо-хо-хо-хо! Нифига себе, ребята, мы перешли на 20 левел. 30 за один укус. Так, нет, это как бы вообще неинтересно.
за 2 бакса такое предлагать. Это круто, блин. Ну да, еще один раз я его смогу качнуть, блин, и все. И все. Так, давайте тогда сейчас кое-что посмотрим. Так, Торо. Так. Кто там участвует в его скрещивании? Это, блин, тародолозавр, ё-моё, ну... Ну вот этот парень должен там участвовать. И тарбозавр, что ли? Аласинозавр, да. Ну вот это от него основные удары, как бы. Тот же самый аласинозавр. Скорость, брони нет, чуть выше скорость на 2 единицы. А так все тоже, и крит больше. Но они очень похожи. Ну, практически одинаковые, блин. Ну вот, это как аласинозавр с модом Барионикса, да, как Jurassic World The Game. И еще кто-то, блин. Ну, хоть убей, не помню кто. Ладно, давайте потом еще его качнем. На еще один уровень. Так, что у нас тут за противники? Так, вот Рекс. Блин, может Индоминуса сюда взять? Ладно, не будем тогда пока что брать. Так как-нибудь распетляем. Давайте начнем с этого парня. Спинатозух. Это делается очень легко и просто. Делается вот так. Потом вот так. Кусь и умер. Сейчас умрет он. Готово, так у него иммунитет есть, да, есть, но... Ах ты ж гад, не могу я пока подмениться. Но он, секодонт у него удар сквозь щиты как раз есть. Ну ладно, сейчас он добьет. Что у него по скорости? 114. Ну ничего я тут не могу сделать. Ладно, давайте нашего парня вызовем. Пробивай. Косарик, блин, да, такой удар. У нас сколько? 1400. Чуть помощнее, конечно, 23 левел. Но очень на Барионикса похожи раскраски вот этими шипиками. Да, ну не считая, конечно же, короны. Так, ну можно Рекса устранить просто молниеносно. Ага, паралич не сработал. Печально получилось. Зря использовал, получается, паралич. И крита не было. Но вот тут кританул, 4200. Ну, наверное, ради этого его используют. Все-таки высокий шанс крита и возможность опережающего удара с параличом. 1500 монеток нам всего лишь за это дали. Давайте качнем его еще на один уровень. И деньги закончились.
Ну ничего, я за сегодня насобираю еще. Уровень вырос, значит, я еще больше денег смогу насобирать. Потому что я, честно говоря, даже не считал. Потому что тысяч даже под 50 в день можно насобирать. Но смотри, если есть сундуки, чемоданы точнее, то да. Ну блин, а лосинозавр только с новым скином. Как там? Могли бы немножко его сильнее доработать. Лапки такие у него прикольные. Так, ну, еще на один уровень, на 25 смогу его качнуть за 90 тысяч. 3800 сейчас на 1500. Ну, довольно-таки неплохие показатели. 3800 на 1500. Так, кто у нас здесь есть рядышком? Допустим, ты. Сравним сейчас по характеристикам. 3 на 1200 сильно уступает. Допустим, если взять Индоминуса. Три на тысячу, ну тоже уступает. 4000 за пару уровней ему не добавится. Ну, трики... Рекса взять давайте, Рекса посмотрим. 20 уровень. Так, Рекс. Ну вот Рекс будет помощнее, да, получается. Там 3800, я думаю, он насобирает. Почти 150 за один уровень. Сила удара у Рекса будет помощнее. Крит 30%. Ну это как аналог, получается, даже тиранозавра, да. Аласинозавр. Это то же самое практически, что и тиранозавр. И, естественно, тарадалозавр то же самое, что и тиранозавр. Только чуть быстрее, чуть больше шанс крита. Ну все, брони нет, скорость. Выше скорость, чуть больше крита. А так одно и то же. Есть паралич. Главное отличие — это чуть выше скорость, паралич. Да и все. Так, ну ладно, погнали. Последний бой. Ху-ху-ху. Так, давайте смотреть. Какого уровня? 21. Гаргозавр уступает. Уступает. Ну, по удару, думаю, не особо уступает. Вот, смотрите. Рекс 22. 22 Рекс имеет 3500 на 1500 практически. Ну, да, такой же силы удара. И это еще 2 уровня не хватает. То есть у Рекса был бы удар плюс еще где-то 300. 1700 точно был бы. Ну и по жизни он бы, думаю, тоже поддогнал. Ну, то есть, практически полный аналог. 1.5-2. Блин, ну то же самое. Это, блин, слабовато. Как-то надо было бы посильнее его изменить. Скорость, что ли, чуть повыше еще дать. Вот так пойдем. Начнем с нашего тарадалозавра, допустим, да. Пробьет он первого тиранозавра эпического. И потом подменимся. Без крита. А нам крит прилетел. У-ху-ху! Ну, сейчас тоже у нас крит будет, но он уже не нужен. Так, этот парнишка побыстрее будет, блин. Так, ну это его все равно сейчас уже ход. Делаем вот так. Добиваем. Двадцать третий уровень, ё-моё, это вам не просто так.
Так, ну сейчас, я думаю, солью, потом я и подмениться не могу. Гаргозавр сейчас нас за один укус прокусит. Ха-ха. Ну, у него тоже сквозь щит. То есть, ну, так бы, в принципе, опережающий удар нам бы помогал, вот этот, но не в данном случае. Так, а теперь... Ну, давайте так. Отработаем сейчас двойной удар. Я знаю, специально я его солью, что поделаешь. Может, кританем, скорее всего. Да. Вот такой вот у нас, в общем-то, парень. В общем-то, красивый, да, вполне себе достойная замена Т-рексу. Немножко улучшенный Т-рекс. Вот такой вот у нас получился гибрид уникальный. Но, несмотря на то, что он даже не легендарный гибрид, он не просто гибрид, он даже не просто легендарный гибрид, и он просто даже уникальный гибрид, в общем-то, он не особо сильно отличается от рекса. Всего лишь на 10% шанс крита больше, на 6 единиц больше скорость, 108 против 102, а по ударам даже уступает. Ну, скажем так, баланс жизни удара одинаковый. Вот такой вот у нас гибрид. Прикольные награды. И Барионикса нам насыпали. Давайте взглянем еще разок на нашего гибрида. Вот такой вот парень. Очень активный, зато здесь. Это мне нравится. Более хрупкого телосложения, конечно, чем Т-рексон. Но, скажем так, агрессия, наверное, это все дело компенсирует. На этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Я уверен, что вам понравился этот гибрид и эта серия. И вы точно поставили лайк под этим видео. И рассказали каждому своему однокласснику. До скорых встреч.